Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мирослав. Сегодня с обзором одного очень интересного мода. Этот мод называется Наруто аниме мод. Ну что ж, в принципе, он работает только в режиме выживания, но так даже интереснее делать обзор мода. Здесь у меня в этом слоте была бумага чакры, которую я использовал. И после ее использования меня определили вот в этот вот клан Канахагури, что очень почетно. Так мы будем жить в главной деревне. Вот, значит, как видите, это очень похоже на печать Орочимару. И я родился, ну, мой персонаж не родился в стране огня, а владеет он стихией ветра. Ну что ж, давайте используем и это все тоже. Угу. Так. Сейчас. А, вот. Так. А, вот. Ага, вот. Значит, берем, откладываем все, что мне пока что не пригодится. Рамен, ну, как понимаем. Так, золотой рё. Значит, кунайми и взрывной печатью я пользоваться пока что не могу. Это только пока что. Мне нужно обить определенный уровень, чтобы... Чего нафиг? Я же вроде как бы не могу метать кунай. У меня же нет уровня. Вот это да. Ну, собрать их не могу. Я ими не могу именно бить, я могу их только метать. Мне нужно, чтобы я мог бить. И чтобы это я мог сделать. Иди сюда, свинка. Я должен прикончить кого-нибудь моба. И оп, у меня левел 1. Готово. И регулярные техники. Сейчас быстро чекнем. ГОСТ 5, ГОСТ 20. Для начала нам мне нужно, как вы поняли, достичь 5 уровня. Ух ты! Удобные такие вещицы. Сразу такого повышать можно. В принципе, давайте-ка истратим. Этот замечательнейший кунай. Как видите, бить я им не могу. Поэтому я беру в руки любой предмет. Левел 3, отлично. Давай сейчас. Черная овца. Ее с двух кунаев сейчас можно. Раз, два! Махнулся. На. Так, ну что ж. Я зря потратил один кунай. Ничего. Раз, два! Опять зря два кунай потратил. Прости, овечка, левел 5. У меня уже... Собственно, вот. Уже у меня... Видите, вот тут вот наполнение чакры. Оно у меня было 25, а мне 50. И я теперь... Видите, уже стал быстрее бегать. Бить кунами я опять-таки не могу. Но это, в принципе, не так уж и важно. У меня зато вот, смотрите, сколько всего появилось. Также тут можно еще одежду брать. Так, просмотрим здесь. Х2. Я должен... Еще раз. Да есть кунай. А вот они, ну-ка. Смотрите. Так. Найти какого-нибудь моба. О, вон. Значит, я сейчас не буду тратить на них последние свои кунаи. Они мне, эти мои кунаи последние, очень уж мне, так сказать, нужны. Левел 5. Отлично. И сейчас у меня... Давай. Сейчас прибьем эту свинку.
Давайте-ка, давайте-ка, давайте. И давай. Так. Сейчас нужно ее прибить, чтобы у меня, соответственно, открылось нужное XP. Да, еще не до конца продвинулся. Ну ничего страшного. XP 2, и у меня будет огонь. Ого, огонь. Миссионс, это все миссионс. Пока что у меня еще нет в наличии никакой техники. Но я уже все прокачал. И у меня уже максимальный объем чакры это 75%. Вот сразу вспоминается, кстати, сейчас Наруто, последний фильм, где Луна рушилась на землю, и там в скрытом облаке Киллер Би сидел за гигантской пушкой, рядом стоял его брат Яндами Эй, и там отчитывалось то, что заряд чакры 75-76%. И там нужно было дождаться 100%, чтобы выстрелить в Луну. Но потом, к тому времени уже был шестой Хокаге, там он сказал, чтобы не стреляли. Ну а дальше вы сможете узнать, посмотрев этот фильм. Ладно, давай сейчас продолжим качаться, чтобы открыть себе новую способность. Левел 6, давайте, одна свинка осталась. На тебе. Тем более, смотрите, я уже прокачалась намного лучше, поэтому я уже намного быстрее могу убивать различных мобов. Еще чуть-чуть надо. Ничего страшного пока еще не случилось. Так, давайте дальше быстро. Так, свинья. О, это полезно. Сейчас я ее быстренько так. Я потратил на нее свои последние кунаи. Слава богу, что это были обычные кунаи, но не взрывные. Кейгенкай у меня еще не открыт. Это жалко. Ну ничего. Ничего страшного. Так, идем вперед. Так, сколько? И медикал 35. Ага. Ух ты! Теневое клонирование! Ёлки-иголки! Хопа! Теневое клонирование чисто получилось. Хопа! Все. Смотри. А почему я невидимый? Ладно, фиг с этим, потом разберемся. Ура, теневое клонирование. Я теперь могу делать теневое клонирование. Есть теневые клоны, они что, куда-то исчезли? А, ладно, фиг с ними. Эш, теневые клоны. Давайте еще прокачаемся, чтобы еще сдуть кого-нибудь. Давай, теневые... Вау, как хорошо, ребят, теневые клоны за меня работают. А это пока рамен поем. Жаль только, что его нельзя есть. Так, молодцы. А можно как-нибудь этих теневых клонов избавиться? Это вообще-то... Точно, это же я должен... Если теневые клоны победили, это не значит, что XP досталось мне. Надо быстренько с этими клонами расправиться. Минус один. Минус второй будет. Вы мне клоны просто мешаете. Из-за вас у меня XP не поднимается. Я вас буду использовать, только дерусь, когда с врагами. Все. Могу я открыть технику? Нет? Джуспоинс нужно. Джуспоинс. Сейчас быстренько
Так, ночь, теневое клонирование мне нафиг сейчас надо. Я буду в битве использовать, когда жизни того. А пока что еще ничего не того, поэтому я спокойненько так смогу драться. Так. Интересно, давайте откроем чат. Какой у меня левел? 8-й левел? Стоп. У меня реально 8-й левел? Да, ну вот сейчас появится куча разных враждебных мобов. И ладно. Вот когда они нападут, тогда я быстренько теневое клонирование подрубаю. Вызываю этих клонов своих. Сам становлюсь невидимым. От них быстро бегу. Уа, курица! Давайте я вас... Опа! Чего? Я не могу курицу с одного удара вынести. Вот доехали. Представляете, ребят? Ведь курицы же, их можно выносить просто чисто с одного удара. А я не могу вынести какую-то там курицу с одного удара. А где остальные мобы? Где мобы? А если я упаду с такой высоты, а мне ничего нет, да? Теневое клонирование. Ну, хоть бы какой-нибудь моб. А вот где свиньи прячутся. Почему нет 10-го левела? Ну ладно, наверное, нужно. А, да, чем выше у меня уровень, тем больше нужно побеждать мобов, чтобы этот уровень себе повышать. Видите, как все очень здорово тут продумано. Так. Сейчас быстро. Так. Здесь. Где же свинка? Где же свиночка? Вот я слышу, как она хрюкает сейчас. А, вот ты где. Стоять! Убью! Угу. Давай, свинка, давай. Да сколько еще надо, чтобы набить себе этот 10-й левел? Да. А когда-то, блин, вообще... Первый левел, и я этому радовался. У меня теневое клонирование тратит заряд чакры, я так понял. А, ну не так уж и много. Давай, теневые клоны, блин. У меня 6 зарядов чакры осталось. Ну, не так уж и страшно. Давайте. Все, у меня теперь куча теневых клонов. А знаете, зачем я создал теневых клонов? Чтобы с ними подраться. Сейчас вынесем хотя бы одного теневого клона. Готово! 10 уровень! 10 уровень! Блин. Они же теперь... Они не считают меня врагом. Сейчас давайте всех клонов перебьем. Вот этот клон. На. Фух. Давай. Минус один. Минус один. Сказал минус один. Меня плохо слышно. Минус один. Они теперь меня боятся, видите ли. Фух, 12 уровень. Открываем. Нет, не получилось. Вот это шнап медицины. И, пожалуйста, нет. 35. А, может, нужно накопить
35 уровень чакры. Может, не надо, блин, качаться до 35 уровня. Сейчас подождем. Тут 24, 25, 26. Когда-нибудь 27. О, только 26 сейчас. Так, давайте тогда сейчас... Кстати, я же совсем забыл тут чекну. XP 04, чтобы получить GP7, Total, клан Широганы, клан Канахагуя, Академия, Студент, Натур Плейс и Стихия Ветра. Сюрикен Джитсу, Суман Кен Джитсу, Кей Генкай. Нет. 33, 34, 35. Just Points. Just Points? Это же где-то здесь был. Just Points, Just Points. Ранг Just Points. Ах да, кстати, ребята, я помню, вот создавал миры, мне один раз выпал ранг Хокаги. Я так подумал, ничего себе. Ладно, давайте сейчас я остановлю запись, подожду, когда наступит солнце, появятся новые мобы, все зарядится, и тогда продолжу запись.